Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу вам, рассказать о том, что на самом деле, как многие думают, блогерам очень легко работать, да, быть блогером, что там снял и выложил, да? Нет, хочу вас в этом переубедить, кто так думает, потому что прежде чем снять, нужно несколько дублей сделать. Вот я снимала кафе Карена, друга нашего, да? Мы снимали несколько дублей, то, значит, не нравится клиенту, то не нравится мне. И съемки затянулись на 2 дня. Монтировала я тоже 2 дня. И чтобы что-то получилось, я не говорю там, что получилось какой-то шедевр, но, по крайней мере, донести главный смысл фильма, да, я старалась это сделать. Не знаю, как у меня получилось или нет. Сейчас я сходила к нему, взяла флешку, потому что многие мне написали, а мы так и не увидели, да, потому что я где-то там ляпнула, что мы вставим музыку, песни сына Карена и самого Карена. Просто еще хочу сказать, что очень много талантливых людей в глубинке, которым очень трудно вырваться на сцену. Ну вот сын его принимал в конкурсе по телевидению «Минута славы». Ну, конечно же, чтобы победить, нужно иметь большие деньги. И кроме таланта еще, да, все мы об этом знаем. И я желаю таким людям, вот как вот Карен, такой начинающий, я начинающий, там много ничего обо мне не говори, а сын у меня, да, сын у меня талантлив. Просто нужно искать по глубинкам. Мы вот привыкли смотреть одни и те же лица, одни и тех же артистов, да. А вокруг посмотреть, сколько у нас талантливых людей. Очень много талантливых людей, которые заканчивают и школы вокалов, да, у себя на местах. Дальше не идут, потому что продвигаться нужен спонсор. Нужен спонсор, чтобы продвигаться дальше. Кто-то целеустремленно это находит. Вот что я хотела сказать. Сейчас, конечно же, я взяла у него флешку с исполнением песен. Я пущу, покажу, ну, вкратце там, покажу их произведения. Они сами пишут, сами исполняют, сами все монтируют. И это очень, вы знаете, это очень плюс большой. То есть у людей есть какая-то цель, увлечение. Я даже не знаю, как это назвать. Мы не особо это не углублялись в эту тему при разговорах, да? Но когда человек талантлив, он талантлив во всем. Вот я в этом убедилась. Оставайтесь на моем канале, будем слушать. И смотреть. Пока-пока. Ведь дала жизнь мне там моя мать. Родные реки, горы, взамен просторы. Срать не копью, со вкусом соли. С этим я привыкнуть не сломлюсь. Наполняет сердце грусть. За своей мечтой определен судьбой. Труден путь, как и любой другой. Где-то там, где ветер южный греет душу, скажу, нужно. Судьба
судьба печальна, где страх, там стыд. Культуру сохранили, морально не убили. Ведь рай только в этом мире, Господь хранит там нас и поныне. Карутуме мимашхари, хоков сато сиром хаи. Харневуме ашхарни, портег мод кетеном хае. Навилуме айлашхари, хел кетали саменаски. Ушкумет ке хаястана, мер папери бурастана. Страна небольшая, а гордость всего мира, древняя и новая, воскрешенная, хранится в веках наша история. Храбрый воин с мечом в руках, язык Божий звучит в устах. Образ наших карих глаз, милосердие или указ. Страна как тень, она всегда со мною, следит за мной, стоит за спиною. А я за ней, наполняет гордость в омут с головой, косой об камень, как за каменной стеною. Несем свой вклад, иначе зачем мы здесь, покорители стран, где каждый был обманут. Так уж вышло, скажу вам я, скучать издалека — это моя судьба. Каротуме мимашхари, хоков сарто сиром хаи. Харневуме ашхарнира, бордег вот кетеном хае. Навирвуме айлашхари, хел кетали саменаски. Ушкумит ке хаястана, мер папери бурастана. Каротуме имашханин, хоков сардов сирум хаин. Харневуме ашханидар, бордег вот кетеном хае. Навирвуме айлашхарин, хел кетали саменаски. Ушкумит ке хаястана, мер папери бурастана. Костюмчик атлас, ботинки блеск, парфюм парнас, готов зайти я в класс. Мимо вахты прохожу, всех вокруг с ума свожу. Только ты одна, не смотришь на меня. Стараюсь для тебя, нету взгляда на меня. Скажи, что все не зря, совсем не знаешь ты меня. В журнале вечно не был, в разъезде вместе с лейблом. 7 лет, как в этом деле. ТТ вновь на канале. Минута славы мне нужна, чтоб заметила страна. И ты узнаешь тогда, кто я буду для тебя. Главное в жизни рэп и ты. Рэпу душу, а тебе цветы. Атлас, ботинки и блеск, парфюм парнас. Готов зайти я в класс. Зачем эти понты, подарки, цветы? Зависть подруг, общение мой круг. Говорят, послушай, друг, люди разные вокруг. Постоянно врут, не лезь ты под каблук. В жизни нужно выбирать, кому сердце доверять. Не сходить с пути прямого, душу всем не открывать. Нас окружают люди,
и зависть их погубит. Качают эти звуки, они поднимут руки. Минута славы не нужна, меня узнает вся страна. Мои строки от души, и судить ты не спеши. Направляю голос в эти строки, чтобы лучше звучали ноты. Костюмчик атлас, ботинки и дресс, парфюм парнас. Готов зайти я в класс. Зачем эти понты, подарки, цветы? Зависть подруг, общение мой круг. Костюмчик атлас, ботинки и дресс, парфюм парнас. Готов зайти я в класс. Зачем эти понты, подарки, цветы? Зависть подруг, общение мой круг.